режиссера Артема Устинова это первая постановка в театре. Его инсценировка была признана лучшей на лаборатории молодой режиссуры в театре в мае прошлого года. Артем в этом году заканчивает Российский университет театрального искусства ГИТИС. И Пермь дает перспективному постановщику настоящую путевку в жизнь. Три рассказа Чехова режиссер объединил в один спектакль со своей внутренней историей и развитием. Ну, потому что там про человека, который как-то сначала маленький, потом он побольше, а потом его жизнь заканчивается. Ну, как-то так, по такому принципу. И он все время сталкивается с какими-то вещами, которые как-то меняют его, с испытаниями, не все из которых он может выдержать. Эскиз спектакля включал в себя только один рассказ «Гусев». Его герой – солдат, который возвращается со службы с Дальнего Востока на пароходе. Качка, духота, голод, жажда, болезни. В этой жуткой атмосфере герою приходит откровение. Для него все становится важным, интересным. Для него все становится, ну, как бы нужным. И он считает, что он очень важен для всего окружающего. А ему говорят: «Нет, ты никто, ты как бы… Ты чахоточный, ты больной, ты не нужен вообще никому. Зачем ты вообще живешь?» Он понял, что важное, что главное, но к этому уже все не успевает. Теперь историю Гусева предваряют еще две части – «Мальчики» и «Володя». Все части спектакля рассказывают одну историю – о взрослении души от первой влюбленности и до финала жизни. Герои ставят перед собой ключевые моральные вопросы. Мне не кажется, что он погружает нас в какую-то тоску и грусть. Если прочитать этот рассказ, то я Гусева имею в виду, то он не оставляет этого ощущения, несмотря на все, что там происходит. Там в конце есть какой-то потрясающий выход в какие-то другие измерения вообще. Но мне хотелось бы, чтобы мы как-то, не знаю, задумались и, не знаю, чаще смотрели на небо. Спектакль «Гусев» по рассказам Чехова на сцене «Молот» покажут 20, 21 и 22 марта.